Василий Павлович Мишей. Многие сотрудники Одесской областной государственной телерадиокомпании, со стажем, помнят этого, в высшей степени интеллигентного и высококвалифицированного инженера. В штат легендарного Одесского радиотелецентра он попал еще в начале далеких 1960-х. И сразу стал работать в самом сложном и, пожалуй, самом ответственном подразделении, участке передвижной телевизионной станции. Экипаж ПТС, и в дождь, и в снег, и в жару, и в холод, обеспечивал записи и прямые трансляции программ из внестудийных съемочных площадок. Не счесть количество особо важных прямых эфиров на Евровидении, Интервидении, Центральное и Украинское телевидение, в которых принимал активное участие Василий Мишей, а попросту «Вася», как его называли многие. А был он, как говаривали, в жуткие застойные времена, человеком сложной судьбы. Родился Василий в Латинской Америке, в Аргентине, в семье русских эмигрантов первого и, как оказалось, далеко не последнего созыва. Шумная и крикливая пропагандистская кампания, прославляющая победы тогдашнего Советского Союза во Второй мировой войне, вкупе с либерализмом хрущевской оттепели, сыграли злую шутку с его падкими на ностальгию родителями. Поддавшись на иллюзорные посулы и заманчивые плюшки страны победившего пролетариата, семья, вместе с Василием Мишеем, оказалась в тихой, солнечной Одессе. Нравы советской торговли, тонкости взаимоотношения в коммунальных квартирах, по образцу и подобию славной Вороньей Слободки, бытовые прелести города, у самого синего в мире, Черного моря, стали первыми негативными впечатлениями, так разнящимися с глянцем рекламных буклетов в приемной посольства. Большинство новых одесских друзей и знакомых с опаской и подозрением относились к новоявленной семье беглых эмигрантов. Кто их знает, а вдруг, таки да, японские шпионы, а может, попутно, еще и агенты мусаватиской разведки. Однако, дверца мышеловки захлопнулась, далекая, экзотическая Аргентина, вместе с пальмами, танго и белыми штанами, растворилась в голубом тумане Атлантики. Юному Василию, к тому моменту, уже имевшему соответствующее профессиональное образование, полученное еще в эмиграции, пришлось приспосабливаться к новым людям и реалиям работы участка ПТС тогдашнего Одесского радиотелецентра. Будучи по рождению тамошним, а по воспитанию тутешним, он поначалу здорово удивлялся нравам, царившим среди личного состава как участка ПТС, так и телецентра в целом. В первую очередь, это касалось некоторых нюансов использования технического спирта по прямому назначению. Львиная доля его применялась для протирки и промывки совсем не контактов аппаратуры, а персональных внутренностей некоторых сослуживцев. Причем употреблялся спирт в лошадиных дозах и часто густо, непосредственно, да, перед, во время и после окончания работы. В принципе, все вполне логично. Технические работники баловались техническим спиртом, творческие, изысканным тонким букетом водок, типа пшеничная, столичная, экстра. Кто на кого учился? Во вторую очередь, Василия Мишея поражало не очень уверенное знание материальной части аппаратуры, подавляющим большинством инженеров и техников, их неумение делать качественную пайку радиодеталей, отсутствие элементарного порядка в использовании личного инструмента. Автоматически накладываясь друг на друга, оба фактора, в конечном счете, здорово влияли на качество продукта, транслируемых телевизионной картинки и звука. В далекой, туманной Аргентине, мало того, что все умели хорошо поить, ходили в белых штанах, дружили со смуглыми молотками
и постоянно выделывали танговские па, под пальмами, так они еще совсем не употребляли технический спирт, а, наоборот, вместо него, во время рабочего обеда, могли выпить по бокалу натурального сухого вина. Близкое знакомство с одесскими магазинами и общепитом в виде столовых, кафе и ресторанов тоже не вселяло абсолютно никакого оптимизма. Вместо кровавых стейков из годовалых аргентинских бычков, местные кулинары предлагали фантастические чудо-котлеты, содержавшие в себе все, что угодно, кроме натурального мяса. Понятно, что мясные продукты, копченые сорта колбас, сыры, экзотические, и не только, фрукты, овощи и многое другое, имелись в наличии только на картинках, в сказочной книге о вкусной и здоровой пище, и входили в категорию товаров под названием «дефицит». Видя во сне витрины магазинов Аргентины, Василию Мишею и его семье приходилось довольствоваться, в лучшем случае, мокрой, докторской колбасой, а то и любительской, за 2,20, в сочетании с плавленным сырком «Дружба» и заморской, баклажанной икрой. В качестве альтернативы гасторговли всевозможным изобилием юга отличался знаменитый одесский привоз, но тамошние цены далеко не всем были по карману. Отдельной темой была культура питья в тогдашней Одессе. Несмотря на прекрасный южный климат, обилие самых разнообразных фруктов и виноградников, наиболее распространенным алкогольным напитком являлась водка. Пили ее много и практически везде, начиная от уютных двориков, кухонь и комнат коммунальных квартир и заканчивая ресторанами «Красный», «Украина», «Киев», «Море», «Глечик», «Морвокзал» и многих-многих других. Студенческая и рабочая молодежь, учитывая нежный возраст, в основном разминалась жигулевским пивом и двумя сортами шипучки, красной и белой. Естественно, шипучка была наиболее близким и более или менее понятным Василию Мишею напитком. Однако, говорить вслух о реалиях жизни и работы сыну белоэмигрантов, трусливо покинувших на произвол судьбы, горячо любимую родину, да еще, в годину серьезных испытаний, мягко говоря, не очень рекомендовалось. Вообще, надо было полностью принимать устав нового монастыря, думать одно, писать другое, а говорить третье. Поэтому Василий Мишей, иногда не выдерживая и нежно покрикивая на нерадивых сослуживцев по участку ПТС, частенько находящихся в алкогольной эйфории, продолжал работать. Невозможно перечислить все особо и не особо важные, а также совсем не важные и никому не нужные, прямые и косвенные, трансляции ПТС Одесского радиотелецентра с его участием. Это были программы, где фигурировали политики Михаил Суслов, Фидель Кастро, Владимир Щербицкий. Передачи со звездами первой величины театра, кино, эстрады. Футбольные сражения Олимпиады 80 в Киеве. Знаменитые прямые трансляции матчей одесского «Черноморца» с мадридским «Реалом» и немецкой «Боруссией». Запись праздничной программы «Вас приглашают космонавты» на борту флагмана научного флота СССР, турбохода-космонавт Юрий Гагарин, где принимала участие первая пятерка покорителей космоса Советского Союза. Работа ПТС в музыкальном салоне знаменитого океанского лайнера «Максим Горький». И многое, многое другое. Естественно, руководство Одесского радиотелецентра в лице его многолетнего директора Николая Порошина слишком хорошо помнило наиболее пикантные детали биографии Василия Мишея. Некоторым, особо доверенным сотрудникам, было негласно поручено очень внимательно слушать и, по возможности, тщательно запоминать все словесные пасьянсы и эскапады бывшего эмигранта. Понятно, что потолком продвижения по служебной лестнице беспартийного инженера
сына белоэмигрантов, Василия Мишея, являлась скромная должность начальника смены участка ПТС. Как известно, секса в Советском Союзе не было и не могло быть, по определению. А на Одесском радиотелецентре он был. Да еще какой. Некоторые, вечно сексуально озабоченные сотрудницы, вдохновленные примерами из закулисной жизни местной богемы, в виде работников студии телевидения, перешептывались между собой. И страшно недоумевали. Как это так, такой импозантный и экзотический мужчина, относительно недавно прибывший из знойной и загадочной Аргентины, где все поголовно, беспрерывно то и делают, что пляшут танго и ходят в белых штанах, по борделям и иным злачным местам, остается холодным и недоступным. Особенно переживали благообразные, на первый взгляд, дамы, удостоенные всяческих государственных наград в виде орденов и медалей за долгий безупречный труд и великие достижения во благо Родины. И кто его знает, чего он моргает? Василий Мишей так и не моргнул никому и ни разу, чем здорово разочаровал целую плеяду изысканных и тонких искательниц сексуальных приключений. Тем временем, мощные ветры перемен в виде незабвенной перестройки подхватили уже изрядно постаревшего Василия и закинули его в цех аппаратно-студийного комплекса АСК на еще более скромную должность электромеханика, с которой он позже отправился на заслуженный отдых. Несколько раз его видели за рюмкой чая на различных мероприятиях, посвященных юбилеям Одесского государственного телевидения. Как и всегда, Василий Мишей отличался несколько старомодными, но абсолютно безупречными манерами и излучал неистребимый оптимизм, доброжелательность, подчеркнутую врожденную интеллигентность.